Всем привет! Смешайте в равных пропорциях мед и оливковое масло. Например, чайная ложка меда и чайная ложка оливкового масла. Размешайте смесь до однородного состояния. Принимают такую смесь от сухого раздражающего кашля по 1 чайной ложке 3-4 раза в день до еды. Мед способствует повышению иммунитета организма, предотвращает нарушение работы желудка и может улучшить пищеварение. Кальций, который содержится в меде, помогает нашим костям быть крепкими. Также мед хорошо воздействует на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу сердца, сосуды делает более эластичными, повышает качество крови и укрепляет сердечную мышцу. А при простудных и вирусных инфекциях способствует быстрому выздоровлению человека. Оливковое масло предотвращает такие болезни, как сердечно-сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера, артрит, инсульт и ожирение. В оливковом масле содержатся не только антиоксиданты, но и олеокантал, который имеет жаропонижающий эффект. Оливковое масло очень полезно для пищеварительной системы. Оно улучшает деятельность желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени, способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Оливковое масло обладает желчегонным и легким послабляющим действием. Пользуйтесь на здоровье этим простым рецептом. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале.